Сейчас фаза разведки проходит. Мы ждем чего? Мы ждем отмашки. Будет ли воевать господа МГ по вахам бить? Поэтому мы сейчас стоим в позиции. На 7-й минуте мы сможем выдвинуться. Сейчас 2-я минута, пока ждем. Так, сейчас я пойду проверю, что там МГ, помечено не или нет. Видимо, нет. Сейчас. Ждите, господа. Просто любой рейд подходит. Убиваем, не забываем. Просто пока никуда не двигаемся. Глэскэдены, кто уже забафан, старайтесь внутри базы находиться. Все-таки это преимущество. Сейчас, господа, я проверю. Точнее, помечу. Меня там, конечно же, неистово убьют. Неужели МГ тоже ждут позицию в ожидании? Здесь валькат, но я его не вижу. Должны быть у башни. Нашли еще один. Да, все, привет, привет. Да. Не трогай ты, хорошо. Привет, привет. Ну хорошо. Я тоже за 15 минут. Все заминировано, да, какие да. Молодцы. Я тоже, отлично. Да. Можно встать. Ну это бред, я ненавижу эту игру. Они изнасиловали, меня убили, но противника я нашел. Так, хорошо, МГ стоят на базе, они ждут позиции в ожидании. Смотрите. Месту. Москва звонит. Чего ты хочешь, Москва? Да? Синий Рейшн на дичалов пришли. Нет, неудобно. Через 2 часа. Синий Рейшн. Значит, бьем, идем туда под дичалов, бьем Синий Рейшнов. Вообще, было бы, конечно, неплохо поехать не на базу, но сейчас это не имеет смысла, потому что они могут вернуться телепортом. Убиваем Синий Рейшн, господа. Охота на противник. Сразу на дорогу ведите, потому что их туда будет откачивать, отбачивать. И одичалов только не трогайте. Incineration, приготовить. Сэшки дали. Инстанткас дали. Купол дали. Пошли, бьем их на перерез. Ломаем, господа. Ломаем. Они сейчас будут убегать. Убегать они будут. Таких вот эти анусы там, вот это все убиваем, ребят. Ух, как им страшно. Да, все, они по самому улетели. Под базу возвращаемся. Они улетели на колокольчики. Они свой потратили. В следующий раз, когда они подойдут под одичалых, вы должны быть на конях. Поставьте ПКМ на Incineration. Мы должны моментально быстро к ним прибыть. Они убьются об одичалах, но нам это в принципе пофигу. У нас еще есть колокольчики. Мы можем еще вернуться, и удар от МГ мы не провороним. Обязательно сейчас на лошадях откройте карту, ставим ПКМ на инсинерейшенах. Бежать нам лучше с левой позиции. А, не, мы не сможем. Хорошо, давайте так, смотрите, пробегать будем вот таким вот образом. Обратите внимание на карту занят. User joined your channel. Ждите, ждите. Мастерская. Так, поняли, да? Бежит? Как только Incineration выдвинется. Блэк, Индизника отправь на... Господи. Из той группы, чтобы он на дороге встал, мне нужно, чтобы рейд Incineration начал подходить. То есть, обращай внимание, где он должен встать. Где-то вот здесь вот. Мне нужно понять, что сейчас Incineration своим рейдом выдвигается, потому что они улетели на Сумоне. На своем Сумоне. МГ на кого-то полетели. Хорошо. Мимо проехали. Идем сюда. Собираемся здесь, на дорогу, ребят. Собираемся заранее. Чем больше мы расстояние проедем, тем лучше. Только не подбегайте туда вперед. Дракон, мы сапрем обещало хуярить за всю херню. Ну давайте, инсинерейшены. Выезжаем. Ребят, вдоль гор, поехали. ПКМ у вас должны гореть. Едем здесь вдоль гор. Блин, вдоль гор именно, вдоль гор, иначе тут заборы. По горам, господа, чтобы не запутываться. Задача... Ваки около осов, допускай ваки около осов, а мы с вами бьем кого правильно. Кого бы вы думали, Incineration? Едем. Ждем. Ну, интрига, у нас с вами еще нету форпоста, правильно? Правильно. Смотрите, господа, наша сейчас задача... Ударить противника неожиданно. Мы это уже можем. Собираемся здесь. Собираемся здесь. Кулак, ребят, собираемся. Вперед, никто не идет.
У нас с вами 3 минуты. Если вы понимаете, что вас убивают, нажимайте к сумон на базу. Поехали. Аккуратно едем. Аккуратно едем. Пожалуйста, спине. Аккуратно едем. Давай, давай, давай. Я же не тупой, я же рассчитал. Да, все, супер, можно. Там, скорее всего, ловушки надо бы разминировать. Ну, поехали, сносим инфраструктуру. Мастерскую флага в первую очередь, ребят. Огон для слонов, это нам не надо. Палатка нам не надо. Надо мастерская флага. Где она находится? Кто-то видит ее? Вот, вижу, на 12. На 12. Ребят, мастерскую заберите. Они сейчас просто отдадутся. Меня суманились? Нет, это часть. Это часть. Основной. Купол поднимите. Они не неуязвимы с этого сумона. Вот здесь мастерская. Хорошо. По колокольчику кто под... готов умереть? Ну. Давайте, вы давайте, 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 господа. С дороги, с 11 часа, пожалуйста, к нам. Блять, убили. Ладно, неважно. Давайте, давайте. Мастерскую флагов бы нам... Нет, мы до нее тупо не это. Неважно, неважно. Все. А, господа, сейчас. Прожимай... Нет, не надо. Мы сможем вернуться. На осадном встаем. Выживший отступает на 1 час. На 1 час в сторону Дельпе. Туда, где вот этот лагерь, где Каранда, где закупиться можно. Остальные резаемся на базе, на конях опять пойдем. У нас будет еще одна атака совершенно спокойно. Фантик. Пока не произойдет. Да-да-да, фантик. Под названием фантик Монцов. Мастерская флага. Да-да, Proud Manga. Быстрее, активнее едем. Proud Manga, дашь ты? Давайте, давайте. Фантик к нам хотел. По горам ездим. Сначала. Никиты Петровича не было. Нас это, в принципе, все устраивает. Выжившие, ага. Будьте внимательны, сейчас я подойду. Ребят, сюда, 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 сюда. Не надо умирать, ни в коем случае не умирайте. Вы мне нужны сейчас живые. Что у меня за лаг странный? Сюда, 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 сюда. Все, здесь собрали, здесь собрали, здесь камни, всех здорово. Заминируй. Бьем инсинерешн, который здесь бегает. Вот что за хрень? Ну, вот что за хрень? Бьем инсинерейшенов опять, господа. Давайте, давайте. Пока не разрознены, добегаем. User disconnected from your channel. Назад отходим туда. Чуть назад, кайтим их назад. Назад, назад их кайтим. Кайтим, кайтим. И спину смотрим. Давайте, давайте. Здесь разворот. По бокам встаньте, не кулаком. Ждем, ждем, ждем. Они на лоу-квестах, они будут давить, господа. Принимаем противника. Поднимаем скиллы, проходим в спину. В лоб не бьем. Полукругом. Пошли, отхилы сдать. Давайте, 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 давайте. Задача их здесь и держать. Дальше откатывайтесь туда. Пускай нас пытаются разбить. Они нас и разобьют, это не проблема. Сейчас лоу-квесты, там в любом случае мы проиграем. Дальше, дальше по горам. Еще раз говорю, мы в лоб никого сейчас не сдюжим. Наступа меньше. Просто байтите противника, кайтите его. Одичалов не трогайте. Сюда, остальные встреснутся и к нам. Где там этот господин доктор? Да, анус еще бегает, господи. Ну что за никнеймы у людей, ну? Запоминающийся. Замечательно, идем. Идем дальше, их давим. Остальные доезжают. Стоп, дальше не проходим. Под себя заминируйте. Ну это вообще наглость на коне в нас летать. Ну что за хрень? Ладно, нам форпост нужен. Отходим назад. К горе, ребят, собираемся. К горе. Отхил в меня, дайте ешки. Назад, назад, назад. Откатываем их от байта. Это, от базы. Они же под базой очень сильные. Фея, есть кому забрать форпост, поставить его? Фея. Вот сюда мне нужен. Обратите внимание на карту. Мне нужен здесь вот форпост. Вот здесь, вот в любом месте, вот здесь форпост мне нужен. Принято? Все, ждем вас. Господа, наша сейчас задача просто их потихонечку кусать, разбайчивать, бить людей. Самая ваша любимая игра, не надо ничего полезного делать, просто стараемся что-то поделать. Бьем противника, только одичалых не трогайте. Просто охотитесь на людей. Желательно вам покрыть территорию с 12 часов. Там же у нас потом поставится форпост, мы от него и будем работать. Повторяю, мы сейчас в лоб никого здесь не убьем. Никого. Кто с 12 за рейд? Одичалые? Неважно, тогда перестраиваемся на 7. На 4, 5, 6, 7. Давайте, господа, давайте, давайте. Бьем, 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 бьем. Ребят, охотимся, не тусуемся сзади. Там одичалые, вон спину. Инсинерейшена можно войти через базу. Базу бы кромсать.
Я понимаю, что хочется форпост, но блин. Давайте, господа. Отхилы под себя сдали. Давим. Построением наносите урон. Вы сейчас людей не убьете. Отходите чуть назад. Откачивайтесь. Тут заборов дофига. Отхил... Да вы даем. Слушай, ну вот это, конечно, охота за командиром. Это, конечно, да. Это такое себе. Купол поднять, господа. Дальше сопротивление. Давайте, давайте. Мы их передавим за счет того, что у них два момента для отвлечения. Смотрим, чтобы вот здесь еще про это. Кто подъезжает? Смотрите со спины белый квадрат, чтобы не влетали. Форпост поставлен. Форпост как можно быстрее, фей. Дальше работаем, господа. Чипачик, отходи назад. Он на тебя слил, блин. Теперь вообще делать нечем. Дальше работаем, господа. Чуть назад отходим. Они с разреза сейчас будут бить по нашему вектору. Отходите на час. Давайте, давайте на час. На час, на час. Форпост стоит? Нет, не стоит. Быстрей. Отходите далеко. Осадные встали, резнули, побежали. Давайте, ребят. Надо деф для постановки форпоста. Давай сделаем деф для постановки форпоста. Ребят, все ж по таймингам должно работаться, а не вот так вот. На отъявись. Сейчас форпост у господ этих, как его, мать его, одичалых должен уже поставиться. Мы должны их давить, а иначе они сейчас этот снимут, потом еще снимут. Нам что, 10 минут куковать? Ну его на хутор бабочек ловить. Набегаем по правой стороне гор, чтобы не утыкаться в забор. Поставили, все. От него теперь перестраиваемся, минируем его ловушкой от слонов. В первую очередь фея. Так, где наш форпост? Вот наш форпост. На него, ага, замечательно. Не даем к нему подойти, но и не стоим близко. Так, его вскрыли? Его вскрыли, неважно. Собрались здесь по метке. Собрались, его сейчас пойдут снимать. Отходим туда под форпост. Здесь ловушки поставили оглушающие. Сюда будем заманивать, остальные охотятся. Ловушки под себя оглушающие, ребят. И от слона ваша группа ставит ловушки на форпосту. Идем дальше. Собираемся. Вон они, блядь. И все, понял. Подходим, господа. Идем. Ну, да. Аккуратно, сейчас не нужно туда. Там все в ловушках будет. И у нас более того, сейчас будет пытаться бить во фланг. Нам сейчас нужно с вами забатить противника. Полукругом. Не для кулака. Они будут рваться на телепортах под куполами. Нам это нахер не надо. Они играют в игру под названием «У нас ротация куполов». Вот мы в нее играть не будем. Это бессмысленно. Просто на расстоянии разбачивайте противника. Отлично, отлично, отлично. Мне нужна информация, что там происходит. Со спины! На 12 часов разворот! На 12, быстро ударить! Это одичалые, фу ты, блин. Сюда, сюда, бьем инсинерейшена, бьем инсинерейшена. Метка, пингую. Не дать им собраться на базу вернуться. Бьем, 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 бьем. Только не забуксовываемся туда в них. Видите, сзади одичалые. Купола поднять! Отхилять! Давайте, F3! На тучках за них проходим на 11! За тучках на них проходим за 11 часов! На 11 часов! Господа! Активней, на 11, на метке, выходим! Понятно, я здесь один. Хорошо, с форпоста просто давите их лоб и все. Ладно, 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 ладно. В одичалах только не бегите. Я не знаю, почему дичь. Ладно, неважно. Идем. Вот тут какой-то инсинерейшенный вид бегает. Вот, супер. Сюда собираемся. Сюда собираемся. О, идем, 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 идем сюда. Помните, лоу-квесты, пометки, ребят, активнее. У вас ноги есть. Бейте противника, бейте противника. Он ручейком идет. Бьем на дорогу в спину оппонента. Ну... Ребята, не буксуем. Вот здесь есть оппонент. Посмотрите по карте. Видите, какой он классный? По дорогу сейчас перестраиваемся. Перестраиваемся с дороги сюда. Бьем по зданиям. Повторяем, мы в лоб никого не разобьем. Мы можем заставить оппонента. Ребят, соберите, чтобы одичалым тоже был мув. Сюда отойдите, пожалуйста. Близзарды туда на противника. Отойдите от базы сейчас. Пускай врывается опять на неуязвимостях. Пускай врывается. Заливаем дырку. Сюда, сюда, сюда. Пускай выходят.
Нам нужно их разбайтить. Они сейчас будут врываться с 12. Отходим дальше за камень. За камень, занимаем вот здесь позицию, на ней деремся. Они им здесь не ворваться нормально. Мечта, чипа, я, блядь, не успел. Давайте сюда, господа. Дотекание до нас. С 12 до нас. А там уже пачка, человек 20. Форпост проверяйте. 3, 2, 1, цешки дали. Лоу-кристы, это не такое вам. Даже сюда зашли. Тут можно как угодно разугодничать. Их много на форпосту у нас. Все на форпосте. Инсинерейшены? Да. Тогда под базу зайдите, все равно потеряем. Нанесите урон им. Давайте, под базу, ребят, под базу. Под базу к ним, урон в них базу. Сняли форпост. Неважно. Им убиться там сейчас не от кого. А у них на базе задница. В следующий раз туда же поставить. Только подальше. Рейд возвращается. Отлично, переходим на 6. Переходим на 6, перестраиваемся на 6. На 6, на 6, на 6, иначе умрете. Сюда перестройка, быстро, по месту. Разворот, узкое пространство, бьем. Давайте, господа, ну. Ловите оппонентов, замечательно. Перестраиваемся на 7 часов. На 7 часов, с дотекания к нам сюда. Здесь узкое пространство, можем отсюда работать, господа. Им сюда ворваться очень плохо. Что за хозяин? Господи, да откуда такие ники смешные? Работаем, господа, по людям. Здесь будут только одиночки сейчас. Видишь? Дотекание. С дотеканием сюда, на метку. Ставлю метку для дотекания сюда, от базы, быстренько. Нам приходится еще назад отойти. Где рейд у меня? Господа, перестройтесь. Смотрите, вот здесь фланг удар. Назад еще на 6. Еще на 6. Откачиваем их. Чем дальше мы откатим их от базы, тем будет проще тем же одичалым. Да что ты будешь делать? Убили. Ладно, не страшно. Сейчас весь рейд инсинерейшенов вошел за нас. Мне сейчас должны идти работать одичалы. Я просто, как только к человеку подбегаю... Тогда давайте, знаете, что сделаем? Смотри. Фея, поставишь вот сюда. Сейчас скажу. Я не знаю, что, но... Вот сюда, вот сюда. Вот. Во вторник, что поняла? Сегодня, подходишь к человеку. Увидела? Лагает пост. Хорошо. Он там даже маленький Рел говорит, правильно, говорит, нехрен там в одно место бегать с этими. Надо их на два полюса растягивать. Жаль, конечно, что одичалы очень пассивно работают, но как умеют, так и работают. Повторяю, собираемся на 6 и 6 даем. Там как раз через... Быстро на базу противнику бьем по зданиям. Господа, удушаем. Надо пункты восстановления сносить. Удушаем оппонентов. Под базу, под здание. Бить людей, лоу-кресты. Бессмысленно. Даже мы будем отбиваться без проблем. А вот если мы снесем пункты восстановления, появится пинга. Она нам и нужна. Закон сняли. Давайте. Дальше работайте, ребят. 6 часов давим оппонента. И все время здесь можно узкими тропками отступать. Давайте уже пол хп огнемету. Вот это. МТСОЛ, назад. Я не вытяну вас, ребят. Простынка тоже. Бьем на расстоянии 6 часов. Растягиваем на 2 полюса. Подожди, нет, пока не просто работаем по противнику. Они сами поставились такое место, что им как бы не очень. Еще просто... две палатки на 11, а ты вкид. Хорошо. Сюда, ребят. Собираемся. Уходи. Туда. Отхил дали долгий, цешки дали. Собрались кулак. Форпост нету. Лезь. А дичалы улетели по базу. Пошли, с 6 часов давим противника по зданиям, господа. Ставим форпост. Давим 6 часов, огнемет пока на халяву убиваем. Они сейчас на одичалах. Цешки дали, обновили, шифтешки дали. Сносим здание, господа. Вот разрез пошел, правильно. Давайте. На расстоянии разбайчиваем оппонента. Цешки дать. Купола не трать. На счет 1 отступаем. 3. 2, 1, отступить в узкое пространство нашей этой фигни. Давайте. 3. Нормально, пока нормально.
Убили, не страшно. Форпост поставился, нет? Нет. Нет. Ставим форпост быстрее, остальные дотекаем. Уходите оттуда. Давайте, ждем. Пока не надо атаковать вперед. Не надо пока атаковать вперед. Наши действия должны быть согласованы. Противник не будет считать вас по количеству. Ему насрать. Это наша проблема, что нас мало. Для него все классно. Он типа побеждает. Контратака на противника. Просто байтите его на расстояние. Форпост. И... Давит, хорошо. Давайте, мы сейчас со второго форпоста должны их просто удушить. Все-таки два вектора атаки, каждая их атака, она чем-то, ну вы сами понимаете. Они Хвачу на 6 часов свели. Кто еще раз? Хвача долбит ровно на 6. Пускай долбит на 6, это не важно. Это что за левое? Ладно, не важно. Идем. Что это за левый фланг? Инсинерейшн, господа, со спины пытаются. Проходим на 12! Проходим на час! В горы уходим! Уходим в горы! Быстро! Справа прицы. Справа прицы. Не знаю, что такое справа прицы. Сюда идем. Пометки. Собираемся. На 9 часов, пускай идут. Сюда собираемся. Прицы на 9 часов. Они кого-то уже убили, что ли? Нет. Прицы, приторинцы. Неважно, сюда, ребят. Сюда. Форпост, как у нас с форпостом? Нет еще. Возвращаемся назад. Они попытались назять клещ, у них это не получилось. Это хорошо, это замечательно. Теперь нам нужно тоже что-то действовать. Вот тут господин, неважно. Господи, почему он мне... Я не... Ну, ладно. Идем вперед. Отдельных таргеты убиваем, которые здесь прыгают, бегают, улыбаются. Сейчас они опять на нас качнутся. Хорошо. Господа, внимательно. Ловушки под себя ставим, сейчас оглушающие. Они должны на них ворваться, мы должны дать бой, у нас есть форпост. У них нету пункта восстановления, у нас есть. Мы уже, по идее, можем их передавить. Форпост ставим. Господи, ловушки. Все, а теперь качаем их на 6. На 12, пардон. Зашли, быстро. Давайте, господа, вот сейчас можно цешки дать. Купол. Бьем со спины. Доносим все здания, которые находятся вот в нашем векторе атаки. Отхил дали, 3 прожали, долгий отхил дали. Со спины давим. На счет 1 переходим опять в узкое пространство наше. 3, 2, 1. В узкое пространство сюда, на ловушке забанчиваем. Ребят, хоть в тучках проходите, это не важно. В ту же разворот и бьем противника. Давайте. Блин, заморозку дали. Господа. Давайте. У нас есть приоритет по разрезу. Господи, еще и слон хочет топтать. Кто я такой, чтобы ему мешать, да? Давайте, ребята, работаем. Главное бояться, чтобы сейчас не зашли. Блин, не хватает урона. Все. Чуть назад, чуть на 6. Отбайтите на 6. Наша задача какая? Мы здесь не главная скрипка. Наша задача распылять действия. Я в тебя прыгнул. Ультанул туда. Взаимодействовать. Туда собираемся, Чапай, стой. Надо. Да, я за тобой прям прыгнул, только убить не смог. Давайте, господа, бьем противника, блин, через слона, ребята. Да, я тоже провалился вперед. В бок туда немножко. Ну, о, слон сам.